Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Здравствуйте, решим задание 559. На рисунке 109, то есть это тот рисунок, который у нас представлен. Нужно закрасить фигуры там, где это необходимо, и нужно записать соответствующие равенства. То есть у нас ровно одна целая. И еще какая-то часть, здесь нужно разобраться, какую часть фигуры закрасить, плюс 2 четвертых, вот у нас записано, плюс 2 четвертых, получается ровно 1 целая и еще 3 четвертых. Так как у нас была 1 целая и 1 целая осталась, то понятно, что в другой фигуре нам нужно что-то закрасить, часть закрасить, чтобы не целая фигура осталась, а какая-то всего лишь часть. Так как была одна целая, и одна целая осталась. Соответственно, давайте на дробные части посмотрим. Было 2 четвертых, а станет 3 четвертых. То есть прибавили всего лишь еще одну часть. То есть всего одну часть и нужно закрасить. То есть получаем 1 четвертую. Одну часть из 4 мы закрасили. То есть у нас была 1 целая, 1 четвертая. Плюс 2 четвертых и получили 1,3. Следующий пункт, пункт Б. Была 1 целая, 1 вторая. Давайте закрасим. Вот у нас здесь должна быть 1 целая, 1 вторая. То есть одну часть мы полностью закрашиваем. И еще одну вторую. 1 вторая это целая делится на две ровные части. И закрашивается только одна из. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чтобы поделить на 8 частей, то есть 8 частей на 2 ровные части, одна часть будет состоять из 4 частей. То есть получили 4 восьмых или 1 вторую, то есть ровно половина фигуры. Во втором случае давайте посчитаем, с чем мы складывали. Во-первых, две фигуры полностью закрашены, то есть это 2. А во-вторых, одна часть из 8 закрашена, то есть 1 восьмая. Получили 3,5, потому что 1 вторая это то же самое, что 1 целая и 4 восьмых. Сложили целое с целым, дробное с дробным, и как раз получили 3,5. Давайте закрасим ровно 3 целых, то есть вот это вот все. Все три части. И еще 5 восьмых, то есть 5 частей из 8. 1, 2, 3, 4, 5. Получили 5 восьмых. Также у нас в этом задании есть пункт В, Г. Пункт В. Давайте посчитаем, какая часть у нас закрашена здесь. У нас ровно единичка закрашена и еще 8 треугольничков из 32 возможных, то есть 8 32-х, причем 8 32-х сокращаются на 4, то есть на 8 получается 1 четвертая, то есть 8 и 1 четвертая можно написать, или то есть 1 целая и 1 четвертая. Дальше закрашена ровно 1 целая и еще какая-то часть дробная, причем точно не целая часть, потому что всего 2 целых у нас получится. 1 целая, 2 целая, 2 целых получилось. Поэтому здесь у нас тоже будет часть только закрашена. И в итоге мы получили 2,7. То есть, во-первых, нам нужно будет полностью закрасить 2 целых и еще 7 восьмых. 7 частей из 8. То есть вот этот вот квадрат нам нужно разделить на 8 равных частей и закрасить только 7. Если за одну часть взять два маленьких
или 4 треугольничка, или 2 маленьких квадратика, то как раз и получится, что весь квадрат поделен на 8 равных частей. А нам нужно 7 таких закрасить частей. Вот это вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Вот мы закрасили 2,7. Вспомним, как мы складываем смешанные числа. Целое плюс целое получили 2 целых, дробное плюс дробное получили 7 восьмых. То есть 1 четвертая плюс какой-то х получили 7 восьмых. Чтобы найти х, это неизвестное слагаемое, нужно из суммы 7 восьмых вычесть 1 четвертую известное слагаемое. Домножим на 2, чтобы перевести к дроби, дробь 1 четвертую к знаменателю 8. И получаем 5 восьмых. То есть нам нужно 5 частей из 8 закрасить. Но мы уже говорили о том, что вот 2 или 4 треугольничка это будет 1 часть из 8. И, соответственно, закрашиваем таких 5. 4 наверху, еще одну внизу. Вот как раз закрасили 5 восьмых и получили то, что нужно. То есть еще мы здесь должны дописать, что еще 5 восьмых. Дальше. Пункт Г последний. В первом случае мы прибавляем, у нас ровно 1 целая, еще раз 2, 3, 4, 5, 6 частей из 8. То есть 1 целая и еще 6 восьмых. 6 восьмых, кстати, дробь сократимая, получается 3 четвертых. Ну, давайте мы так 6 восьмых оставим. Плюс еще 3 восьмых. То есть нужно закрасить на втором кружке, то есть получается во втором слагаемом 3 части из 8. То есть всего лишь 3 дольки такие закрашиваем. И смотрим, сколько у нас получается. Во-первых, как мы складываем дроби. 1,6 восьмых плюс 3 восьмых. 1 целая так остается, складывается с числителей. 9 знаменатель, так как одинаково, остается тот же. 9 восьмых дробь неправильная, поэтому надо выделить целую часть. 9 разделить на 8 с остатком. Получается ровно 1 целая и еще остаток 1. Поэтому получили 1 целую и еще 1 восьмую. Была 1 целая, из 9 восьмых выделили целую, получили ровно 2 целых и еще 1 восьмую. То есть нам нужно будет закрасить здесь 2 кружка полностью и еще 1 восьмую. Кстати, можно было не решать и просто видно по рисунку. Здесь у нас не хватает ровно 2 дольки до целого, а здесь мы прибавляем 3 дольки. Поэтому 2 дольки идут для того, чтобы дополнить вот это целое, и еще одна долька остается. То есть 2 целых и еще 1 восьмая у нас здесь будет. И выполнили задание 559. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения. На нашем сайте есть вопросы, предложения или пожелания. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.